такой вот горелый автомобиль. Запах, конечно, характерный. Ну, пострадал только передняя часть. Моторный щит и ближе к мотору. Ну, панели, следовательно, все это, бардачки, все это обгорело. Все остальное цело, пожалуйста. Крыша целая, скорее всего. Толстая собака. Такой вот Меган Сценик. Все целое. Дэл Некси. Удар вперед. Сильный удар. Так, тут все в стороне. Лонжероны все. Здесь вот все разошлось. Все скомкано. Тоже такая чистенькая. Потолочек чистенький. Порожки все. Целенькая машина. Крыша целая. Так, вот здесь все. Такие вот складки на лонжеронах. Так, Рено Логан. Лобовой удар. Удар в бочину, вскользь. Судя по всему, удар с деревом. Дверь, крыло погибло. Лонжероны сложились. Передний сложился. Да. А, вот так вот даже. Блин. Слушай, ты приехал, что ли, уже? Сложно. Ты у меня был уже когда-нибудь? Саня, какой Саня-то? На BMW который, что ли? А, ну смотри, значит, стоит Ford Focus, видишь, черный. Значит, на колесе на левом заднем лежит ключ. Такой вот Логан целый весь. Меня нет, я уехал. Да, я через полчаса буду. Если хочешь меня, если ждать будешь меня, то подожди, если хочешь. Если нет времени, то действуй, как я тебе говорил. Ну давай, все, хорошо. Все, сейчас в течение полчаса подъеду. Мое просто сиденье от десятки открутить надо и приехать. Все, сейчас буду, давай. Так, вот такой Логан. После аварии крыша есть на месте, много по салону еще, обшивки дверей, целый автомобиль, пороги, вот, пожалуйста, задние крылья, заднее стекло в оригинале. Так, здесь тоже все целое, или нет, чуть-чуть здесь помято в самом начале. Это дверь под замену, конечно. Тут все в говно. Хотя порог целый. Порог целый. Так, смотрим дальше. Наш любимый Ford Focus. С сильнейшим лобовым ударом. Вот так вот здесь мы прилетело. Мимо лонжерона в чашку. И в стойку. Вот стойка амортизационная. И стойка кузова. Переднее все поскладывало, порог весь сложило, все на крыше все сложило. Здесь весь пол винтом, там пол винтом. Ну, здесь практически брать нечего. Вот заднее крыло можно, например, взять, чуть-чуть подмятое вот здесь вот. Крыша, кстати, крашеная.
Нишу запаски можно взять. Че? Кого? Ты задние два болта открутил самых последних? А что, сил не хватает? Одну не оторвать, а вторую такой чутко вот на одном месте. Андрюш, сейчас подойди, подойду. Так, наша знакомая Вольвочка. Уже без салона. А, нет, это не Вольво, это Kia. Вольво. Вольво вот. Kia. Это Шума, по-моему. Kia Шума или Kia Avella. С таким ударом в бок. Шпаклеванная вся вот такая вот. Смотри, сколько шпаклей. Всякие разные, зеленые. Шпаклеванная крыша. Вот на что похожа шпаклеванная крыша. Со следами покраса. Вот такие вот слои шпаклевки здесь. Толщиной в несколько миллиметров. Вот. Также следы на лонжеронах столкновения. Вот такая вот Kia. Мотора нет. Вот фокус наш. Металлолом. Печь какая старая. Так, это капот от фокуса. Ну и Вольво наша. Любимая наша Вольво. Вульва. Как Андрюха Горев говорит, Вульва. Такая вот Вульва. ТС-60Т5 Обухов. Вся правая сторона, в принципе, в наличии. Сейчас еще сходим в Fusion посмотрим. Чуть не звонил, походу хуев надо. Не, поэтому, по машине. По машине. Пайки зеленый, да. А там даже без полезняк, на самом деле, то, что он планирует, это ему ни хера ничего не поможет. Это не фотографировать, не означает, что надо подключить. Но если он считает нужным, то считает. Да. То есть это его дело. Это же Ванькин кореш-то, да, что-то? Да? Какие вот удары? На крыше. Ванька, видел, ты, блядь, рассказывал. Лонжерончики целенькие. Сильный перевертыш. Вот вся эта сторона. Тут полы целые остались. Левая бочина целая. Ну, по порогу. И сильный удар в зад, в крышу. Так, вот все тут сдулось. Все вот так. Это Fusion. Заднее сиденье есть еще. Целенькое. Правда, тут какие-то собаки жили. Торпеда. Ручник, палас. Все это на месте. Все. Вот такие вот машины.